Добрый день! Продолжаем рассматривать программу ЗЦ-6.1. Ну и переходим на следующий этаж чердак. То есть в моем случае у меня уже есть предыдущая подложка. Если у вас что-то меняется, то берем из файла и проделаем манипуляции для того, чтобы потом разместить ваш рисунок на этом поле. Ну и совместить конструкцию, чтобы по размерам совпадало. Итак, у меня начинается чердак. Да, здесь вот на чердаке, то есть мы размер поставим теперь 0. То есть у нас будет непосредственно соприкасаться эти значения. Так, ну и не забываем про предыдущие этажи, то, что было отображено предыдущей версии OZC 5.0, то здесь вводятся эти значения. Так, ну ладно, мы на этаже чердаке. Так, теперь на чердаке мне нужно отрисовать сначала пол, то есть перекрытие под чердаком. Так, я отрисовываю это перекрытие. Так, я отрисовал его. Так, следующее действие. Если мы посмотрим на рисунок, у нас крыша двухскатная. То есть с двух сторон у нас наружные стены. Здесь конструкция окон отсутствует. А с других сторон, то есть идет непосредственно кровля. Так, ну и отрисовываем наружную стену сверху. Так, ну и отрисовываем наружную стену снизу. Так, теперь вот у нас отрисованная конструкция. Так, теперь проделаем следующее. То есть выделим одну наружную стену. И нам нужно сделать, чтобы у нас на втором был скат. Потому что крыша двухскатная. То есть для этого есть вот здесь вот вспомогательные добавки новой вершины. Ну и одну вершину ставим прямо по центру. Так, дальше. Удаляем вершину. Так, ну и удаляем вершину. Делаем два ската. Так, ну и то же самое нужно проделать с верхней конструкцией. То есть сначала добавить. Так. Ну а потом удалить одну вершину. Так, опять увидели. Так, ну и удаляем вторую вершину. Делаем соответствующие скаты крыши. Вот у нас отобразились два ската. Так, ну и еще отрисовываем кровлю. Начинаем от угла. Вот мы отрисовали одну. Так, ну и отрисуем вторую кровлю. Тоже начинаем с угла. То есть вот у нас отрисовалась крыша. Здесь можно различным способом отобразить и посмотреть. Так, ну и остается последнее действие. Это нам добавить в зону помещений. Это будет у нас 301. Так, и это будет чердак. Но тут чердака нету. То есть просто сделаем подсобное помещение без окна.
срисовываем зону помещения. Так, ну и здесь такая же ситуация, ввиду того, что здесь у нас нету отопления. Убираем отопление. Так, все. Мы отрисовали наши этажи, начиная с подвала, заканчивая чердаком. То есть разместили все ограждения, которые присутствуют в каждом помещении. Ну и целиком у всего здания. То есть это мы можем увидеть как на 3D модели, так и на 2D. Ну и повращать можно даже вашим зданием при желании. То есть посмотреть разные составляющие. Так, ну и вот в чем заключается отрисовка непосредственно этажей данной программы. Так, спасибо за внимание, ну и до следующего видео.